развития спортивной индустрии. И те амбициозные цели, которые поставлены в том числе супермайским указом Владимира Владимировича, они требуют определенного механизма. И вот еще раз, представляя департамент проектного управления, я прям вижу, что здесь напрашиваются для решения этой проблемы проектные механизмы. Надо создавать проектный офис, наверное, межведомственный, может быть, это проектный офис Минспорта, который будет драйвером, консолидатором и будет проектно оформлять все вот эти инициативы, решения и вести нашу страну вот к этой, в общем-то, очень благой цели, 55% занимающихся от населения. Потому что человек же, который занимается физкультурой и спортом, и человек, который не занимается, они – это два разных человека с разным качеством жизни. То есть проблема спорта, она гораздо шире, чем просто проблема спорта высших достижений. Это проблема здоровья граждан, это проблема увеличения продолжительности жизни. А соответственно, если мы будем выходить на эти цифры, это выход на создание новой индустрии, спортивной индустрии. И от затратной части экономики она становится экономически привлекательной, экономически выгодной. Если мы решаем эту проблему, то здесь и новые рабочие места, и развитие малого-среднего предпринимательства, и абсолютно, опять же, другая атмосфера жизни в стране. Поэтому проблемы спорта очень мегакомплексные, соответственно, и решать их надо также комплексным системным подходом, используя методы проектного управления.